градусе 33. Оставь этот момент после рейда, посмотрим. А медведь даешь, потанчить не может? Нет. Да, ты дал больше, чем чипсы. 18-е, 19-е. Ой, тут у тебя какой мейнспект? Танк. Кулаки по баку. Кулака нет, поворот. Разберитесь с кулаками быстрее. Я босса завести. Хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел. РДД перебежали, ловушка. Чума 5 секунд. РДД перебежали, Энджи вынес. РДД перебежали. Чума 4 секунды. Милики перебежали, Фарада вынесли. РДД перебежали. Пять секунд, чума. Милики перебежали. Фага вниз. РДД. Сейчас чума будет. РДД перебежали. Далок, вынес, далок. Просто отец. Так, ладно, там чума есть. 1%. РДД перебежали. Рассосались по платформе. РДД приоритет сфера. Шарку убивать надо. Нет. Свечтесь.
Победитель. Сферу убить. Еще один дуб далеко находится. Сферу убить. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Хил кружочек. Не спал. Гера где? Гера. На малый круг встали. На дарк себя скормили. Осквернение. Нас сову вытягивает. Уже не спасешь. Встали быстро под босс. Мгновенно, потом подними Шенджи. Трусы хил. Наверное, можешь поднять? Осквернение. Быстро под босса. Сохранение сейчас будет 5 секунд. Это хуёво, Дим на хп, быстрее. Я в ПСС устанешь. Я умру. Сохранение 5 секунд. Энджи, поднимешь черные ночи. Быстро под босса, все встали. У меня труп не перенесло. Он меня не поднимет. Вот и не прохил пошел. Сквернение. Парада Искандера сложила землю. Все. Надо падать уже, ребята. Надежда тает. Я не знаю, что сегодня происходит. Вообще. Сегодня весь рейд с хилами какая-то проблема. Непонятная. Унесла Валька. Одного, а остальные?
говорила, что не хватает таргетного хила, потому что я в друиде тоже это делала. Дело не в таргетном хиле, а несколько пулов назад мы на первой фазе милики падали от заражения. Тогда хз. У меня предложение такое, сделать на сегодня все, а завтра часа пойти... до конца РТ, как вы можете расходиться? Нет, два мы часа сделаем пул лича, как минимум. И шустрите замену, там посмотрите, может кто больше дамажит. Я релогнулась, потому что труп мне не переносит. Давайте спекнем шестого хила. Типа зачем? Все такие проблемы с хилами постоянно. О, как ты меня резаешь? А как ты меня резаешь? Мне труп там? Официал сколько дамажит? О. Может его взять вместо кого-то? А чё за прикол? Блять, у нас хант есть такой зачетный, вроде 4 куска нахуй, ДПС 8К, это нормально, блять? А Алиастра чё дамажит? Может их взять взамен? Алиастра дамажит еще хуже. Еще хуже? А Фисяо? Фисяо нормально дамажит. Алиастра, там даже дело не в ДПСе, Алиастра лагает сильно. Ну, получается, он каждый рейд ходит с лагами, потому что абсолютно каждый рейд, не 4-5, он вообще ни хрена не дамажит. А Фисяо чё? Нормально он дамажит, да, но его можно в рейд поставить. Ну, так... Как вместо... Вы, наверное, спираете. Вместо зачетного? Давно бы запустили еще на Синдрагосе меня так с шаманом. Так что, вместо кого Фисяо закидываем? Отойти можно, ребят? РЛ, офицеры, отойти можно? Запускать еще будем скоро. На минуту можешь идти. Да, буквально. Николайчик, Фисяо вместо кого? Что, у нас МГ вставать будет? Вместо чипсов, да? Эскандер заебись дамажит. Чипсы давай, портуйся, вся усугубим. Так чё вы как определились? 6 хилов пойдем? Да. Потому что ты уже достал офигно. Короче, хилы вагоны, да? Хилы сегодня вообще полные вагоны. Причем все. И я в том числе. Что, сделали замены? Замены были сделаны. Значит так, мы уже 5 пулов сделали, а вообще больше 5 босса тратить не вижу смысла. Сейчас мы делаем последний пул лича. Если он не убивается, мы пресс хм. Если Халеон с 5 пулов не убивает, рейд на сегодня для вас будет закончен. Тут просто люди слабенькие, ДПС не подходящие для этих подстов, для этих боссов. У нас люди слабенькие по ХПСу, как оказалось еще. Поэтому сложно убить. Я вижу только двух игроков, которые реально не тянут по шмоту. Это Медведа и Йоши, хочу чипсы. У всех остальных шмот более чем располагает к убийству лича. Он и без Т5 прекрасно убивался. Это уже дело не в шмоте. Полин, ты пришла? И не сказано. С
доставать, и секунд через 20 буду запускать. Кирсгорн, не все, кто ниже нямки, мало дамажит. На деле все, кто ниже пуга, дамажит. Вот это вот просто стыдобище. Полина, ты здесь? Да, да, да. Я запускаю босса. Уже на месте стою даже. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне этот бросить ледяную скорбь и сдаться? Вору себе выбьет еще больше нашего нелюбимого. Нямка, можешь сапрот еще один дать? Не могу тебя найти. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДДР бежали. Сейчас чума будет. Вся вынес. Не, мне кажется. Да, да. Ладно. Чем опять смотрю? Да, перебежали. Наверное, вынесло. Наверное. Опять тупить из чумой. Да, перебежали. Если будет тупить из чумой, у нас будут большие проблемы. Чума 2 секунды. Да, перебежали мне. Заебись, спать. Зачем ты отводишь, когда он только подбежал? Ну, красавчик. Он до тебя даже добежать не может, РДД перебежали. Пять секунд, чума. Дай прибежать. Далок вынес. Далок вынес. Далок вынес, чуму. Ёб твою мать, Далок, блять. Ну что такое? Вы ебанулись, что ли? Чему не можете вынести сраную? Черной ночи поднимает Искандера. Д
здоровенная поднимает и... Искандеры поднимать не надо, у меня есть крест. До черной ночи поднимешь в неделе. Перед лицом Валь не лить 5 секунд скорее. Смежная фигня будет. Мало круг. Же поднимешь Даркиса по возможности. Ухудшал, да, ты? Скверни 5 секунд. Все под боссом быстро, 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 быстро. Тебя, тебя хил. Офигеть, и Валька поймала. Дайте БР, войду, речь. Сбежались. Ты что, бля, забрать не можешь? Таргет ухил. Второй танк улетит. Все. БРов нету, танки упали. Меня выбесило это говно. Валькира, твой господин зовет. Сейчас осквернение, заражение было на двух, на япончике и на танке. Как бы по тарге. Так, делаю РЧ. Кто хочет сделать еще один пул, но это уже будет железно финальный. Жмете да, кто нет, тот жмет нет. Ну, кто против, уже очень много. Летим в РСХМ. О чем мы там забыли, РСХМ? Там не можно вливать. А мы на 5 пулов зайдем просто.